Объезд полей и взаимопроверка посевов – уже давняя традиция в Гагаузии. Проходит это событие в середине июня. Сначала абсолютно все поля и плантации объехали с детальной проверкой специалисты внутри территории населенных пунктов. Затем их оценили сами руководители сельхозпредприятий во главе с начальником агропромышленного комплекса. На полях есть урожай богатый, который необходимо убрать. Ну и первая задача – расстаться с людьми, с банками, с кредитами, ну и, естественно, останутся некоторые средства оборотные для продолжения закладки новых технологий, посадки многолетних насаждений. На заключительном этапе качественную оценку дала региональная комиссия. Лучшие хозяйства в различных отраслях были награждены денежными премиями. Занимаемся, внедряем, покупаем новую технику, обеспечиваем выполнение всех технологических операций в срок. То есть все делаем все от нас зависящее. Мы выдерживаем все технологические процессы, выполняем все агрооперации в срок, вовремя, без опозданий. Работаем механизированно со всеми гербицидами. У меня очень хороший в этом году подсолнечник, а зимой ячмень и виноградарство. И виноградарство у меня вообще чисто идеально, ухоженные виноградники. Технология производства, естественно, потому что дожди у нас не упало так, как в Кабратском районе, как в Чадановском районе. Но технология производства, специалисты, благодаря этим людям, вот мы и получили. Глава автономии отметил, что все сельхозпредприятия достигли результатов за счет внедрения новых технологий, что должно отразиться на благополучии владельцев земли. Однако есть предприятия в Гагаузии Айдар-Агро, которые не вписываются в эти рамки. Там работают соответствующие специалисты, и это дело будет доведено до логического конца. Я много раз говорил на эту тему. Все равно наступит время, когда закон начнет работать, и тот, кто неэффективно распоряжался, кто издевался над людьми, будет нести ответственность перед законом. Это будет. Всего земель сельскохозяйственного назначения в Гагаузии около 150 тысяч гектаров. Количество необработанных земель сведено до минимума.